Всем привет! С вами канал Недвижимость в Турции, Paradise Alanya. Я сейчас нахожусь на первой береговой линии и в центре Махмутлара. Нашел трехкомнатную квартиру с видом на море. Здесь у нас первая береговая линия, а также есть очень хороший пляж именно района Махмутлар. Мелкие гравии там на пляже, но внутри воды у нас скалы. Вот в таком комплексе продается трехкомнатная квартира на шестом этаже. Так, снаружи у нас открытая парковка. Вот. Есть очень просторный бассейн. Дверь открыты. Два лифта. Мы еще сюда еще вернемся. Так. Бассейн еще не слили. Управленческая компания поменялась. Айдат сейчас на данный момент стало 225 лир, то есть почти 23 евро в месяц. Ухоженный сад. В этой стороне у нас скрытый бассейн. Я туда сейчас вернусь тоже. Вот такая качеля, сердечко. Очень просторный бассейн открытый. Горки, аквапарк. В той стороне также есть открытая парковка, детская игровая площадка. Вот. И вот сам проект. В этой стороне у нас беседка, зона отдыха. Спа-центр у нас сдан в аренду. Вот открытый бассейн. Так. В этой стороне у нас хамам. Кстати, лифт тоже поднимается наверх отсюда. Угу. Так. Турецкий хамам, он работает. Массажные комнаты, вот такие массажные комнаты, джакузи. Здесь у нас сауна, пардон, люди есть. Тут сауна пользуется. И в этой стороне массажная комната. Так, швейные кабинки, санузлы. Ага. Поднимемся наверх. Лифт прибыл, вместимость 8 человек. Поднимаемся на шестой этаж. Вот тут зеркальце у нас. Поднялись мы на шестой этаж. Вот у нас лестничная площадка. На этаже 2. На этаже 4 квартиры. Ультралюкс. Электричества нету. Ну, покажем так. Сейчас. Абонемент нужно получить. После этого свет появится в этой квартире. Сразу показываю. Вот такой санузел. Угу. Джакузи, ванна, даже душевая там сверху как-то сделано, очень интересно. Угу. Красивый узор на дверях. Спальня хозяйская. Смотрите, как красивый потолок. Вообще.
квартира. Конфетка. Ох, как красиво. Все в золоте. Так, видите, как там сделано все. Правильно. Здесь у нас платино-шкаф. Кондиционер фирмы Байка. Просторно прихожая. Здесь дополнительная спальня у нас. Дизайнерская квартира, оказывается. Я не знал, что она дизайнерская. Я взял ключи и поднялся наверх. Да, какой большой балкон. Здесь у нас гостиная комната, совмещенная с кухней. Света нету, жаль. Жаль. Зеленое кресло. Мягкая мебель. Качественные стройматериалы, гранитная у нас моечка, раковина. Так, шкафчики. У меня слов нету на эту квартиру, вы сами тоже оцените. Бытовая техника Altus. Вытяжка также, холодильник также. Здесь у нас кондиционер 18000 БТУ фирмы Vestel. Такого вот бежевого цвета, инверторная. Выйдем мы на балкон. Вот такой просторный балкон. Вид на море. Вид на горы. И также на бассейн и соседние здания. Вот там у нас кладовка, также кондиционер, внешний блок вытащен в ту комнату. Такой вид, который никогда у вас не закроется. Также у меня есть квартира 2 плюс 1 в том блоке, который смотрит в сторону гор. Ключей нет, и так как сейчас не могу туда пойти и отснять. Так. Подвести итог вот на этом фоне. Дорогие зрители, квартирка мне очень понравилась. Надеюсь, и вам понравилось. Первая береговая линия, самый центр Махмутлара, рестораны, магазины, там все рядом, в шаговой доступности. И пляж тут хороший в Махмутларе, там также есть очень хороший ресторан. Можете все там заказывать и обедать, ужинать, там, даже завтраки. Цена этой квартиры 174 тысяч евро, 2 плюс 1, брутто 130 квадратных метров, а жилая 105. Цену вы услышали, у меня есть еще такая же квартира, наподобие этого, по очень хорошей цене тоже, 118 500, 2 плюс 1 в том блоке. Кому будет интересно, могу отснять и отправить в WhatsApp, Telegram, Viber. В основном я сижу в WhatsApp, не успеваю и порой там отвечаю. Все, с вами был мистер Агаси из Солнечной Алании, район Махмутлар. Всем желаю радости, добра, здоровья, благополучия и побольше улыбок. Всем пока-пока.